друзья, всем привет! Сегодня мы выдвигаемся на рыбалочку. Воскресный денек. Здесь Дэн, Серега, Русланчик. Я здесь. Вот такие дела. В общем, погнали! Русик. Сейчас будем делать распаковочку стола рыболовного. Вот друзья подарили. Сейчас будем смотреть. Помочь мне? Помоги. Тогда Миша, обожди. Давай. Вот такая вот красотища. Такая красотища. Даже инструкцию на все китайском языке. Прилагай. Да. И переворачиваем. Ну, как все. Да, без разницы. Стравка только. Все. Вот такая красотища. Получается, это жесткий ПВХ. Качественные ножки, крепление, ширина, длина, все то, что нужно. Ну вот, и теперь в нашу палаточку заносим. Отлично, отлично, отлично. Вот обновочка. Ну вот мы приехали на место, поставили лагерь. Вот, казанчик, очаг, все дела, короче. Вот прудик, в поле он находится, Кимовский район, отличное место, посмотрим по результатам рыбалки. Вот братва, вот Русланчик, тут Сергей Александрович, младший, как мы его назвали-то? Аль Капоне. Денис Дружбан. Вот. Вот столик у нас тут. Сок у нас березовый с апельсинами. Подарок, подарок Миша. Хрен, тут хреновуха. Столик, ребята, тут вот такой вот, в честь рыбалки мне подарили. Шикарнейший просто, мощный. Вот такой вообще. Ну что, сейчас по 50 грамм чаю и на рыбалку. Погнали. Березовый сок у нас тут. Сегодня готовим вкусняшку в казане на природе. Вон там интересный прудик. Вот. Узбекское блюдо. Ну, название я, конечно, точно не знаю. Кто знает, напишите в комментариях. Первым делом у нас идет мясо. У нас сегодня баранина и говядина. Укладываем жирком вниз кусочки, которые жирные. Да, ты правильно сказал, кстати. Вот. Вот этот кусочек большой тоже можно с краешку положить вот здесь вот. Потом у нас идет лук. Морковочка. Так, где наш говядинка? Вот она. Следом говядинка еще слоем одним.
Сегодня будет очень вкусное блюдо. Вот так вот все укладывается. В холодный казан. Посыпается все луком. Добавляется болгарский перчик. Помидорка. Всю эту красоту мы солим. Погнали. Перчик чили. У нас есть очень вкусная кинза. Очень вкусная кинза, которую мы сверху напуршим. Вот так вот. Добавим к этой всей вкусняшке петрофана нашего любимого. Ох, а запахи, ё-моё. Вот так вот. И добавляем сам картофель. Укладываем. Помидорки подсолили. Помидорки дадут сок. И сверху еще мы потом добавим чуть-чуть соли. Чуть-чуть совсем. Вот такая вот красотища сейчас будет. Моим друзьям. Моим любимым. Вот такая вот вкусняшка. Перчик вот сюда. Вот. И еще. И еще. Минуточку. У меня есть чудо-чемоданчик. Чудо-чемоданчик. В котором есть очень вкусная штучка. Под названием на букву Z. Знаете? Зира. В ладошках мы это дело разомнем. И рассыпем вот так вот зиры. И самый вкусный это у нас кориандр. Где у нас кориандр? Вот он, кориандр. Ну, кориандр мы молотый добавлять не будем. Мы добавим зернами кориандр. Мы добавим зернами. Вот так вот. А теперь ставим на огонь. Пойдемте. Вот. Ставим на огонь. Вот эту вкуснятину. Закрываем крышкой. Делаем огонь минимальным. И на 2 часа, 2.20, забываем про блюдо. Жил, блядь. Чеснок. Вот сними, блядь, тёплю, друганов нашу. Чеснок мы нарезаем. Ну, можно даже не крупно, а так, средне. Вот так вот. Берем его и казанчик. На медленном огне. Створка у нас закрыта. Чесночок пошел. Закрываем.
приготовили мы нашу вкуснятину. Сейчас будем пробовать, будем кушать. Сначала мясо. Говядинка. Класс. Картошечка. Песня. На природе, на берегу шикарного пруда. Каждое блюдо очень вкусное. Сегодня у нас сейчас шашлычки будут еще вкусненькие, крылышки. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем здоровья, пока. Туха, не пера тебе, не пуха. Днем рождения, родной. Днем рождения поздравляем. Счастья, радости желаем. Тара-тира-тара-та. Вот такое. Легко. Опа. Сейчас друзья, для вас. Сейчас для вас подарки, друзья мои. Сейчас спасибо, Мишаня. Друзья, для вас. А 5-рублевую монетку кидай. Давайте. Все, папа. Момент. Не, татарин, ты красавчик. Давай, Мишаня. Так, отличный спасибо повод большое встретиться на природе. О, назад в СССР. Давайте еще вот эту фоточку сделаем. Можно сделать так? Давай, давай, давай. Снимай, снимай, брат. Днем рождения, братушка. Ни пера тебе, ни пуха. Давайте вместе. Та-та-та-та-та-та. Та-ра-та-ра-та-ра-та. Сергей Александрович. Все здесь. Давай. Серега, давай. Сергей Александрович. Да. Куда, скажите мне, мужчине, бежать от нервных передряг? Ступай ловить ершей к плотине и заходи потом в кабак. Пускай от рук отбились дети, скрипит сварливая жена. А на рыбалке солнце светит, и тишина, и тишина. К чертям проценты, банки, суды, газеты, тресты, короли. Когда по слухам у запруды вот такие вот ходят караси. В тьму тараканьи где-то войны, у Тори с Ригами война. А на рыбалке все спокойно, и тишина, и тишина. А мне что? Пускай политики в запале зовут весь мир пустить на слом, а рыболов ко всем лоялен и на реке, и за столом. Его улов хорош на диво, душа спокойствия полна. Две-три сосиски, кружка, пиво. О, и тишина, и тишина, и тишина.